Записки лайфстайл-блогера номер 3. Самый лайфстайл-блоговый блог из всех лайфстайл-блоговых блогов, которые вы только могли видеть. Купил iPhone, с него снимаю, теперь это будет моя постоянная камера. Купил гироскутер, на нем езжу. Осталось купить вейп, буду пыхтеть. Покемонов уже ловлю. Вроде ни одного из трендов не упустил, поэтому я должен быть самым крутым лайфстайл-блогером из всех лайфстайл-блогеров, которые занимаются лайфстайл-блогами на лайфстайл-ютубе. Всем до встречи и пока. Видишь, как оказывается... Пацаны, напоследок, ничто не характеризирует покупку айфона 6s Plus, как ужин в парке из шаурмы и пива. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да, и смотрите другие мои видео. А еще пишите комменты. Да. Мне приятного аппетита. Спалили мое лицо.